SB1813, или просто сами продолжаем реакции. Короче, сейчас реакция будет на кое-что интересное, потому что Линч и десерты, вы все прекрасно знаете, что я люблю и тех, и вторых. И у них какие-то вот странные сессии, какие-то концерты были. Ну, я понимаю, у десертов были концерты. И к ним приходили разные группы. Там, я помню, уже видел Сади, еще кто-то приходил. Но интересно посмотреть мне, естественно, с Линчами, потому что Линч я очень люблю, обожаю. И, как я понимаю, сейчас они вместе на концерте будут исполнять трек «Adore», именно Линчей. А это один из моих любимых треков у Линчей. Так что сейчас давайте заценим, сейчас давайте послушаем, посмотрим. Забалдеем, насколько это хорошо все будет на концерте. Ну, я думаю, в любом случае от хазуки как минимум забалдеем. А вот от десертов, ну, надеюсь, тоже. Поехали сразу смотреть. Го. А, не, он там гитарист Линч. Значит, они прям группами. Ну, погнали. Сколько там гитар, две получается. Вокалы у них, конечно, жесткие, разные, если так подумать. Странный у него экстрим. Прям такой слабенький у этого. Как его зовут, вокалист дезертов. Где тут звук, честно говоря, прям такой себе. Чего не звук странный такой надел. Прикольно звучат гитары. Но вот ударки тут какие-то прям проваливающиеся жестко. Такой, знаете, лайвик на подпевасничах, если честно. Прям видно, что они какие-то все усталые уже тут. Там что мясо пошло. Фонами какая-то беда. Михалыч прям очень-очень сонно все делает. И исполняет, что это. Ты же басистом поет. Короче, странный лайф, если честно. Странный, я думаю, будет получше. Тут что-то налажали. Понятно, короче, все с вами. Что такое чувство, что у этого вокалиста Зятов микрофон громче, чем у Хазуки. И это странно, типа. Гитара красивая, что а это же какое-то продолжение есть. А, долго вообще. А, ну блин, идет 8 минут. А, серьезно? Они будут вместе хентай играть? Ну пошли.
Такая двойная реакция, значит, вам. Я думал, тут одна песня будет, но сделаем две песни. Потому что хентай тоже надо посмотреть. Забавно, забавно. Ну? Чё он там исполняет? Нагроулил просто. Ладно, ну это, кстати, веселее, чем Адо. Блин, ну, вокал, конечно, у вокалиста Дизер слабее, чем Хазуки намного. Хотя в целом Дизерты как бы крутые в этом. В записи они мне очень нравятся. Ну и, в принципе, инструментальная работа у них тоже здесь очень хорошая. Мне нравится, как просто гутуралит там что-то. Но они, походу, просто угорают. Они просто угорают. То есть нет какого-то полноценного, знаете, вот этого выступления с идеального. И чуваки просто такие, а давай поиграем песенки, типа, вместе. Там же звучание странное, прям, особенно у микрофонов. Но прикольно, это прикольно. Так вот, именно как угарчик, это прям хорошо. Пошел. Ну, у них толпа хорошая, вон. Все прыгают, угорают. Нетипичная толпа викейщиков. Хотя они выглядят уже не прям супер по-викейному, честно говоря. Может, это какой-то конец лайва их. Просто я не знаю. Блин, как он прям красивенько поет. А вот ему уже тяжело, судя по тому, как он еле-еле тянет. Хотя он был прикольный был. Да-да-да, вот тут прикольно. Не, прикольный лайф. Я просто выкупил его. Вот на этом треке я его выкупил. В чем прикольчик? Я думал, они серьезно будут делать, а они решили просто поугарать. Судя по всему. Ну и молодцы. Он, да, Сади, он есть еще. Можно тоже посмотреть попозже. Так, ну мы смотрели лайвы от Десертов и Линч на трек, а точнее два трека, Адор и Хентай. Я еще думал, типа, а что там написано еще про какой-то второй, как будто бы. Я думал, что это просто на японском написано. Оказывается, два разных трека. Ну, короче, весело. Не очень хорошее качество. То есть гитары прикольно сделаны, но ударки какие-то прям
слабенький как будто по звуку. И баст, мне кажется, можно было бы тоже вывести поинтереснее. И вокалы. Вокалы вообще прям супер странные. Точнее, не вокалы, а микрофоны. Они что-то там свистели, постоянно фанили. И у одного то было громче, то потом тише. И непонятно. То есть на Андоре я такой еще, типа, ну хрен знает. Казалось бы, две такие, типа, прям именитые группы, а что-то сыграли так себе. А потом на втором треке я понимаю, что да, им пофиг уже, скорее всего, было. Ну, во-первых, это Encore Session, это значит, уже после концерта было. Сами Дезерты, наверное, супер уставшие были, поэтому он так и плохо тянул. К нему вопросов в этом плане нет. Вот. И, скорее всего, они там уже все этого того. Ну, как мне показалось, потому что Хазуки такой довольный ходит, типа, вообще пофиг. Просто ты смотришь на его концерты на Линчей, да, или там, опять же, в соло, как он выступал, он весь такой статный, весь такой прям четкий. Вот. А здесь такой пофигизм вообще. И он при этом на таком пофигизме еще, кстати, достаточно прикольный вокальный перформанс выдавал. То есть, хорошо пел, по погоду уралил там где-то вообще. Ну, забавно, забавно. Короче, нет, прикольно, прикольно. То есть, я реально просто немножко другого ожидал, а потом, когда я понял, что это такое, я такой, а, блин, это, наверное, это я просто напридумывал все в голове. Так что забавно, забавно, забавно. Сади тоже посмотрим, наверное. Посмотрим, но уже в следующем месяце. А здесь прикольно. Ну, прикольно, что такие группы коллабятся, вот такие типа коллабы тоже делают, выступают на одной сцене, причем не только вокалисты, да, то есть там гитарист, опять же, Линчей был супер, супер, супер. Мне нравится, я бы побольше такого посмотрел. Но вообще так-то и можно посмотреть побольше, потому что, говорю, вот помимо Сади там еще кто-то был, и постоянно то, что Эскизу тоже там вот вокалист, да, лайн постоянно со всеми делает. И там один, второй, третий, они все вместе. То есть это не как вот эти вот наши, да, ребятки, опять же, из 90-х, нулевых, которые сами по себе. То есть, например, газет вообще... Газеты недавно выступали на каком-то фесте, где было очень много разных ребят. То есть там были Cold Rain и, ну, типа, вообще не викейщики. Но газеты, по-моему, даже ни с кем не сфоткались тогда. То есть, типа, это такой, типа, моментик вот этого ЧСВ Викея. То есть, как бы, опять же, ноль вопросов к самим газетам. Но я понимаю, их просто заставляют, что, типа, вы должны прям быть четко столько сами по себе. Никаких фитов, никаких каверов, никаких фоток совместных. Вот, газеты, только газеты. Это, наверное, единственное, за что я не люблю газет. Ну, опять же, наверное, не сами газеты, а скорее про их продюсеров, да, и кто им все это говорит. Вот, а так, типа, в остальном прикольно, что Викей такой, типа, немножечко держится друг за друга, и это хорошо, это хорошо. Это по поводу того, что, типа, Викей живой, да, в таком виде хотя бы, но очень даже живой, так что красиво. Ладно, посмотрим еще обязательно. А тут, наверное, все. Спасибо всем, посмотрите, ссылочка в описании, нравится, не нравится, сами все знаете. Ну и все, я пойду, пока.